Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина. Сегодня в нашей программе. Все тайное становится явным. Экспертно-криминалистической службе МВД 95 лет. Грачи прилетели. В городе замечены первые вестники весны. Ловись, ловись, рыбка. Чебоксары готовятся к ежегодному фестивалю по зимней ловле. Сегодня глава Чувашии работает в «АЛЛАТРе». Там подводит итоги социально-экономического развития города за прошлый год. В 2013 году в городе ввели в эксплуатацию более 26 тысяч квадратных метров площади жилья. Как решаются другие задачи в нашем сюжете? Глава Чувашии посетил строительную площадку. Детский сад на 240 мест начали строить в прошлом году. Уже осенью его начнут обживать. В садике будет 12 групп, физкультурные и музыкальные залы, административные помещения. При строительстве используются в основном материалы, которые выпускаются в Чувашии. Например, кирпич привозят из Чебоксар. Финансируется строительство из федерального и республиканского бюджетов. Сейчас в АЛЛАТРе в очереди на получение мест в детские сады зарегистрировано 199 детей. Старше 3 лет – 8. Таким образом, в АЛЛАТРе снимается проблема нехватки мест в детских садах. Дороги, тротуары, дворы, сам главный проект. Почему? Потому что по линии Монгор такие проекты вели. Детский сад, проблемы снимаем полностью. Потом на час реконструкции находится подготовка проекта стадиона. Ну, дороги – это вот моя мечта, вот честное слово. Познакомился глава и с работой завода «Электроприбор». Предприятие – один из ведущих разработчиков и производителей электромагнитных реле слабого тока на территории России и стран СНГ. В 2013 году потребителям отгружено продукции на сумму почти 500 миллионов рублей. На совещании с хозяйственным активом района шла речь о выполнении бюджета и о формировании доходной части казны за счет грамотного управления муниципальным имуществом. Особо шла речь о том, что дало участие АЛЛАТРе в российской программе развития моногородов. Город АЛЛАТРе прошел хороший экзамен на правительственном уровне. То есть как моногород среди сотни моногородов Российской Федерации выиграли конкурс и получили, вот начиная с 2010 года, я не беру здесь работников бюджетной сферы, на объекты инфраструктуры, на благоустройство территории 1 миллиард 125 миллионов рублей. Глава Чувашии вручил и заслуженные награды тем, кто вносит большой вклад в развитие малого города. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Ну а в Новочебоксарске итоги социально-экономического развития подвели вчера. В совещании приняли участие глава Чувашии, министр здравоохранения и руководители различных организаций. Первым делом им показали городской перинатальный центр. За 2013 год в перинатальном центре Новочебоксарска родились более 2800 малышей. Более 340 детей появились на свет с начала этого года. Благодаря региональной программе модернизации здравоохранения впервые за 34 года в перинатальном центре Новочебоксарска сделали капитальный ремонт. У нас есть комплекс, который состоит из женской консультации, гинекологического отделения, акушерского стационара. А сейчас уже и отделение реанимации новорожденных, и отделение патологии новорожденных. Прибавилось количество семейных родов. В Новочебоксарском роддоме у каждой женщины индивидуальная родовая палата, рассказал заместитель главного врача Новочебоксарского перинатального центра. За медицинской помощью сюда обращаются не только жительницы города, но и пациентки из Марпасадского, Козловского, Чебоксарского районов и даже из соседних регионов. Глава республики отметил, что у такого молодого города, как Новочебоксарск, есть большой потенциал для улучшения демографической ситуации и повышения качества жизни. Михаил Игнатьев также ознакомился с производством деревянных окон, межкомнатных дверей, декоративных элементов для лестниц, садовой мебели. Эту продукцию выпускает группа компаний «Леспром-2000». В 2013 году этой организации была оказана господдержка в размере более 400 тысяч рублей за счет средств республиканского бюджета. Побывав в Новочебоксарском перинатальном центре и на предприятии «Леспром-2000», глава республики Михаил Игнатьев встретился с жителями города Спутника в зале ДК «Химик», где подвели итоги социально-экономического развития города Новочебоксарска за 2013 год. Вопросов из зала было много. Основными проблемами города остаются низкие темпы строительства жилья, нехватка кадров в больницах, нарушение правил продажи спиртного, рост задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями и больше всего
жителей Новочебоксарска волновало, когда же наведут порядок в сфере ЖКХ. Проблему все знаем, много говорим. Как принимать решения? Мы не можем принимать решения. Вот этого не должно быть. Нельзя оставлять жителей многоквартирных домов один на один с недобросовестными управляющими компаниями, подчеркнул глава республики. Михаил Игнатьев поручил главе администрации Новочебоксарска обратить особое внимание на решение этого вопроса. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. В китайской провинции Хубэй российские и китайские специалисты вместе будут восстанавливать православный храм. Об этом договорились во время поездки делегации регионов ПФО в Китай. Сопредседатели совместной рабочей группы, заместитель полномочного представителя Алексей Сухов и заместитель министра иностранных дел КНР Чен Гапин подтвердили готовность продолжить совместную работу по восстановлению православного храма Александра Невского в городе Ухани. Реконструкция православного храма является одним из значимых совместных проектов дорожной карты по гуманитарному сотрудничеству. Планируется, что российские специалисты займутся монтажом сложных элементов храмовой конструкции, куполов и крестов, а также росписью церкви. Во время визита в Китай продолжилась работа по разработке двусторонних соглашений о сотрудничестве. В настоящее время в высокой степени готовности находятся проекты регионов ПФО с провинцией Поднебесной. Например, республика готовит договор с городом центрального подчинения Чунцин и провинцией Сычуань. А Чувашия в составе делегации председатель кабинета министров Иван Моторин. А министр экономического развития Чувашии Владимир Аврелькин в эти дни находится в Красноярске на 11-м экономическом форуме «Россия. Новые источники роста». Данный форум – одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Портал КАП.ру сообщает, что Владимир Аврелькин в рамках форума провел встречу с президентом фонда Сколково, председателем совета директоров группы компании «Ренова» Виктором Виксельбергом и обсудил с ним его визит в республику на открытие завода «Хивель» в конце первого квартала 2014 года. В Министерстве образования в очередной раз напомнили родителям детсадовцев о необходимости оформлять документы на компенсацию оплаты за услуги дошкольного учреждения. При этом родители могут оформить документы на компенсацию, исходя из фактической оплаты. Так, например, в Новочебоксарске размер родительской платы 1890 рублей. Компенсация за первого ребенка 378 рублей, за второго 945 и за третьего 1323. При этом действуют льготы для многодетных семей 50% оплаты и бесплатное содержание ребенка работника дошкольного учреждения. В Минобре напомнили, из чего складывается плата за пребывание в детском саду. Сейчас законодатель четко объясняет, устанавливает, что за реализацию образовательных программ выделяются средства из субъекта, из республики, вот в нашем случае, родители несут ответственность за уход и присмотр детей. Сегодня в нашем эфире мы еще вернемся к теме родительской платы за детсады. На вопросы нашего корреспондента ответит глава администрации Новочебоксарска Александр Сироткин. Смотрите программу по существу сразу после информационного выпуска. И еще об образовании. В России начинается очный этап Олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы». Как следует из названия, победители интеллектуальных состязаний – получит право поступать в ведущий вуз страны без экзаменов. Одним из городов, где пройдет очный этап, стали Чебоксары. Почему бы не поискать в глубинках нашей большой необъятной страны талантливых детей, которые по множествам причин не могут приехать в Москву или в какой-то большой другой город и поступить. А наша Олимпиада дает большие возможности всем деткам, умненьким, приехать и написать сначала заочный тур, написать потом очный тур, выйти в победители и поступить в любой вуз сейчас уже по всей стране, то есть как в МГУ в Москве, так и у себя на площадках и в любом другом городе. Олимпиада «Покори Воробьевы горы» проводится с 2005 года. В Чебоксарах пройдет юбилейный 10-й тур. Около 100 человек из разных городов Поволжья и их родители уже приехали в столицу Чувашии. Завтра им предстоит сдавать письменные экзамены по выбранным предметам. В программе Олимпиады их 8. Математика, биология, литература, история, обществознание, иностранные языки, физика, химия. Участие в Олимпиаде абсолютно бесплатное. Процент местных детей, то есть чувашских, да, наших детей, наших школьников, 40%. Я считаю, что это очень высокий процент. И для Чувашии это великолепная возможность
Ну, потому что поступить в любой вуз Москвы без экзаменов – это прекрасно. И, кроме того, мы не теряем надежды, что эти дети, они вернутся потом сюда, в нашу республику. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. 1 марта исполнится 95 лет со дня открытия в России первого кабинета судебной экспертизы. 18 годами позже экспертно-криминалистическая группа начала свою работу и в Чувашии. С тех пор борьба с преступностью в нашем регионе ведется при активном участии криминалистов всех направлений. Нашей съемочной группе удалось попасть в святая святых правоохранительных органов, в экспертный центр. Александр Анатольевич 7-й год возглавляет экспертно-криминалистический центр в Чувашии. В свое время полковник полиции проводил самые сложные и опасные взрывотехнические экспертизы. И не понаслышке знает, какую роль занимает современное оборудование в работе эксперта-криминалиста. Раскрытие каждого преступления начинается со снятия отпечатков пальцев. И если полвека назад для изъятия следов рук использовался только порошок графита, то сегодняшние разработки заметно облегчают труд эксперта. Цельнокрылатная камера не только выявляет отпечатки пальцев, но и превращает их в объемный микроузор, который повредить уже нельзя. Сюда мы наливаем специально этот препарат, который при испарении как раз поляризуется аминокислотами, и следы появляются белого цвета. Любой предмет. Без профессионализма и упорства эксперта новейшее оборудование – лишь груда металла. Поэтому в раскрытии преступлений важную роль играет человеческий фактор. Вначале определяем возраст, потому что без возраста и пола мы не можем рисовать. Здесь вот такой типаж лица. Подделка денежных купюр – проблема, которая касается каждого гражданина. Как заверил нас начальник экспертно-криминального центра, купюры в случае подтверждения их фальшивости на подлинные не меняются. Поэтому деньги действительно нужно проверять, не отходя от кассы. Если сравнить с подлинными денежными билетами, как видно, цветовая гамма не отличается. То есть по внешнему виду отличить без знания признаков элементов защиты отличить достаточно сложно. Трудно, но вполне осуществимо. Обнаружив поддельную купюру и обратившись в полицию, вы не только обезопасите себя, но и поспособствуете раскрытию уголовных дел. За один только 2013 год сотрудниками ЭКЦ произведено 7622 экспертизы, которые, в свою очередь, помогли раскрыть преступления. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. В Красноармейском районе устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погиб полицейский. Подробности у старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии Олега Дмитриева. Около 19 часов 27 февраля текущего года в Красноармейском районе на 30-м километре автодороги Цивильск-Красноармейская-Кюльсерма вблизи остановки общественного транспорта деревни Яманаки произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Renault Logan под управлением начальника отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции по Красноармейскому району и Mazda 6 под управлением 25-летнего жителя города Чебоксары, в котором также находились трое пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб сотрудник полиции, водитель автомобиля Renault Logan. Пассажиры и водитель автомобиля Mazda 6 не пострадали. По данному факту Цивильским районным следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления объективной картины назначена судебно-медицинская, а также автотехническая экспертизы. Причины ДТП устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 и все его пассажиры были трезвы. В Чебоксары прилетели грачи. Этих птиц заметили накануне в районе Аллеи искусств на улице 324-й стрелковой дивизии. Чебоксарец, который выложил в сеть фотографии птиц, рассказывает, что услышал громкое карканье, характерное для грачей. Птицы кружили в небе над деревьями и обустраивали гнезда. В том году эти вестники весны с картины Саврасова были замечены в Чебоксарах 11 марта. Считается, что если грачи прилетели рано, жди тепла. Долго их нет, будут еще холода. А еще говорят, снег сходит через месяц после прилета грачей. В прошлом году примета сработала. Снег полностью растаял 13 апреля. Посмотрим, как оправдается народная мудрость на этот раз. Теплая погода станет хорошим подарком для запланированного на субботу фестиваля «Чебоксарская рыбалка». На акватории Чебоксарского залива в районе Свято-Троицкого монастыря традиционно пройдет открытый фестиваль по зимней ловле.
Болельщики и зрители в перерывах между рыбалкой смогут понаблюдать за показательными выступлениями по сноукайтингу и открытым чемпионатом города по зимнему плаванию. После удачной рыбалки будет организована дегустация. Победителей соревнований наградят в 10 номинациях. За самый большой улов будет вручен телевизор, приз главы города Чебоксары. Начало чебоксарской рыбалки в 10 часов. Такой была пятница глазами журналистов национального телевидения. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных.